Слава, слава, слава тебе, мой Иисус. Слава, слава, слава тебе, я тебе молюсь. Слава, слава, слава тебе, мой Иисус. Слава, слава, слава тебе, я тебе молюсь. Слава, слава, слава тебе, мой Иисус. Слава, слава, слава тебе, я тебе молюсь. Да, чудные дела Господа, великие и чудные. Провожал нашего брата Василия Черепанова. Вот иду, Господа славлю. Сейчас уже 5-й час. Идет дождик небольшой, а на душе радостно. Ангелы поют, как скажут. Вот и ангел идет рядом, тоже подпевает. Славословие Господу нашему. Слава, слава, слава тебе, мой Иисус. Слава, слава, слава тебе, я тебе молюсь. Слава, слава, слава тебе, мой Иисус. Слава, слава, слава тебе, я тебе молюсь. А как на небе Господу воздают славу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вот фонарь зеленый горит. Проход свободный. Как ты велик, ты прекрасен и велик, и другого нет, как ты, и другого нет, как ты. О, ты велик, ты прекрасен и велик, и другого нет, как ты, и другого нет, как ты. Ты один достоин, ты один достоин всей хвалы, чудеса твои велики, и любовь твоя сильна. О, ты велик, ты прекрасен и велик, и другого нет, как ты, и другого нет, как ты. Да, хорошо, когда с Господом душа радуется. Тут у нас одна сестра, Анастасия, дробот, отходит в вечность. Если Господь, конечно, не явит свою милость, может, исцеление даст ей при кончине уже. А может, все-таки он ее призывает. И с одной стороны, там люди, наши братья и сестры переживают за нее, конечно. А у меня на душе, наоборот, спокойно и радостно за сестру, что ее земное поприще Господь окончил, и она идет ко Христу. То есть все это, если Господь ее призовет, все эти страдания, какие-то переживания тут, искушения особенно много восстают на нашу душу, она все это уже не будет знать. Дай-то Бог, чтобы Господь ее простил, помиловал и даровал жизнь вечную. Что мы и стремимся, как апостол Павел говорил, ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. То есть мы должны к этому стремиться, желать этого. Ибо мы спасены в надежде. Римлянам 8:24 сказано об этом. Конечно, плоховато видно, потому что фонарик перебивает. Тем более,
Видеокамера не предназначена для этого, в потемках снимать. Во, меня сейчас стало получше видно, хоть лицо немножко разглядишь. Так вот направлю на себя. Вот. Во, еще лучше стало. Вот так вот. Да. Слава, слава, слава тебе, мой Иисус. Слава, слава, слава тебе, я тебе молюсь. Слава, слава, слава тебе, мой Иисус. Слава, слава, слава тебе, я тебе молюсь. Да, чудные дела Господа. Великие чудные. Во, еще лучше стало видно даже. Пока настроишься, пока поймешь, как снимать. Есть такое стихотворение тоже. Сейчас что-то вот я даже не припомню, чье оно. Сейчас немножко вспомню, как она начинается, это стихотворение, с чего. Вот. Не могу вспомнить сейчас. Ну ладно, не вспомнил, простите меня. Хотел рассказать, но не получилось. Идешь, тут нам примерно до Потеряевки 4 километра по расстоянию. Особенно, когда вот сегодня дождь идет, небо затянуто облаками. А вот когда небо ясное, кругом звезды, в городе ты этого не увидишь, всю картину, панораму этого звездного неба. А здесь степи кругом, и все небо просто бескрайнее такое. И звезды ярко видно, и они как бы кажут, что ты даже недалеко они от тебя. На самом деле далеко, конечно. Ну вот, дальше идем. Слава Христу!